Дмитрий Типков – потомственный художник. 50 лет назад его отец был среди тех, кто создавал знаменитое панно о русско-болгарской дружбе. Им подавали плиты свеженькие, свежеиспеченные, так сказать. Они уже набирали, как художники, изображения по предварительно сделанным эскизам. Ну, а так вот судьба распорядилась, что я вот восстанавливаю мозаику. Пытаемся вот как бы поймать стиль, цвет, что сложно сделать, потому что это все-таки вещи изготовлены были на заказ. Мозаику в беседках обещают восстановить как раз к открытию улицы. 2 недели до торжественного открытия. Вот так сейчас выглядит улица Старозагора. Здесь укладывают бульварную плитку, сеют газоны, уже установили новые фонари, и совсем скоро появятся новые лавочки и новые цветники. К 17 сентября улица Старозагора расцветет розами, бархатцами, петуньями. Житель от таких перемен в восторге. Василий Сурков сюда приходит каждый день, проверяет, как идут работы. Очень хорошо, очень. Даже я не думал, что так получится. Ну, Европа. Ход реконструкции на контроле и у главы Самары. На выездном совещании Олегу Фурсову доложили, все идет по плану. Завершается ремонт фонтанов на бульваре. Сейчас их облицовывают гранитом и устанавливают подсветку. Первые пусковые испытания они уже прошли, так что к открытию улицы будут работать. Обновляют фонтан и около Шибки. Здесь работы идут за счет меценатов. День города улица Старозагора встретит во всей красе. К 17 сентября улица Старозагора на участке от 22-го парсъезда до Нового вокзала будет открыта для пешеходов, для жителей. Мы планируем провести хороший такой праздник городской. И думаю, у всех останутся очень хорошие впечатления. Ну а те люди, которые здесь проживают, они получат возможность отдыхать на этом бульваре и наслаждаться той красотой, которую город дарит жителям. Торжественное открытие пройдет 17 сентября. В программе концерт, тематические площадки и 10-метровый пирог, которым угостят всех гостей праздника. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События.